Продукция концерна Nissan пользуется популярностью во всем мире. Посему мы сегодня открываем еще один новый, третий по счету, официальный дилерский центр в городе Реутов. Предыдущие два автосалона дилерских центра, вы знаете, они были удостоены в прошлом году премии, глобальной премии NSSW Global Awards по качеству обслуживания клиентов Nissan. По итогам этого года один из дилерских центров еще раз подтвердил высокий уровень и качество обслуживания клиентов. Мы надеемся, что новый дилерский центр будет сохранять традиции вновь и вновь. Дорогие друзья, сегодня на нашем празднике присутствуют почетные официальные гости. И посему я хочу под ваши бурные аплодисменты пригласить заместителя главы администрации города Реутов Юрия Анатольевича Копцика. Прошу, друзья. Добрый вечер, дамы и господа. Он действительно сегодня добрый. Добрый, наверное, не только для тех строителей, администраторов, организаторов, продюсеров. Вот меня вот ослепили, я хотел сказать, и значительного красивого количества девушек сегодня в городе Реутов. Это, конечно, все связано сегодня с открытием нового центра в городе. В принципе, это уже седьмой центр в нашем городе. Мы очень гордимся тем, что очень дружная компания по организации открытия этого центра достаточно плодотворно сотрудничала с администрацией города. И мы надеемся, что этот центр послужит не только украшением архитектурным нашего города, но и дополнит небольшой бюджет нашего города и создаст комфортные условия для жителей, которые любят и предпочитают марку Nissan. Ну и мы будем надеяться, что для жителей города марка Nissan станет определенным своеобразным таким брендом, и жители начнут менять другие марки на Nissan. По крайней мере, мы постараемся вам в этом помочь, потому что, еще раз хочу сказать и выразить слова благодарности тем организаторам, которые занимались строительством, организацией этого центра. Мне действительно понравились эти люди. Также хочу вам от души передать поздравления от главы города Александра Николаевича Ходрева, пожелать вам дальнейших успехов, много клиентов, много новых моделей, новых марок, успехов в вашем хорошем бизнесе, который приносит, конечно, только радость людям. Всего вам самого доброго, спасибо большое, удачи вам. И сегодня я хотел бы представить одного из тех людей, который в прямом смысле слова является очень успешным человеком и занимает достаточно почетную должность. Это генеральный директор Nissan Motor Rus. Дорогие друзья, встречаем Франсуа Гупель де Буйе. Встречаем. Добрый вечер. I'm very pleased to be with you tonight. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я очень рад видеть вас здесь сегодня. Of course, when we are opening a new dealership, it's always a great event for Nissan. Для компании Nissan открытие нового дилерского центра всегда большое событие. Especially tonight, because this dealership is absolutely fantastic. Особенно сегодня, потому что этот дилерский центр абсолютно великолепен.
I'm very proud to have Nissan in such an incredible location here in Rostov. И я очень рад видеть новый дилерский центр Nissan в таком прекрасном расположении. But tonight is also a special event for us. Но сегодня также особенный день для нас. Because we can celebrate this opening with Mr. Pronin. Мы празднуем это открытие с господином Прониным. And Mr. Pronin is one of the most loyal dealer we have in Russia for Nissan. Господин Пронин один из самых лояльных дилеров Nissan в России. He went in Japan to be among the best dealer in the world to be celebrated. Он ездил в Японию, потому что дилер Nas Group был выбран одним из самых лучших дилеров в мире. And he is for years, year after year, winning the customer satisfaction best award. И получил награду за лучшие результаты по удовлетворению и по качеству клиентов, обслуживанию клиентов. So in the name of Nissan Motor Company, I would like to thank Mr. Pronin, to thank all his team, his family, his team, and also all the customers that are putting their confidence in our brand. И от лица компании Nissan разрешите мне поблагодарить господина Пронина, его команду, его семью и всю компанию за прекрасную работу и также поприветствовать всех клиентов, которые доверяют марке Nissan. As I said, it's a special event, so we have to celebrate it. Как я уже сказала, это особенное событие, и мы должны отпраздновать его. And for that, we have two gifts. И у нас есть два подарка. The first one is here. This is a red car. This is a Nissan Juke, and this is the first time that this car is coming in a Russian dealership. Первый это автомобиль, который вы можете видеть. Справа это новая модель Nissan Juke, и это первый раз, когда эта модель стоит в дилерском центре в России. And we are very pleased that it happens in a NATS dealership. И мы очень рады, что это именно дилерский центр компании NATS Group. This car will be for sales in some months, and this is what Nissan wants to bring to the market. It's a different car, something very attractive, and I hope you will love it. Эта машина появится в продаже уже через несколько месяцев, и мы очень рады, что мы сможем продавать эту модель. Она необычная, она новая, и мы надеемся, что она вам очень понравится. Now we are a Japanese company, and we have also a special gift. Во-вторых, мы японская компания, и у нас есть особенный подарок. You know, in Japan, it's very important to offer gifts, and we have a very typical Japanese one. В Японии очень считается очень важным дарить подарки, и у нас есть типичный японский подарок. I would like to ask Mr. Pronin to come here. Господин Пронин, пожалуйста, подойдите к нам. I would be pleased to offer this. So this is a paint from Japan, a whole painting with the carps, and you know that the carps are the synonym of peace. Картина с изображением карпа. А карпа, как вы знаете, символизирует мир. And I'm very pleased to offer this paint to you from Nissan, and I'm sure that it cannot be in a better place than here. Я очень рад вручить вам этот подарок, и я думаю, что он очень хорошо будет смотреться в вашем дилерском центре. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну что ж, многие уже получают подарки. Я уверен, что всем хотелось бы услышать слова радости, слова благодарности от основателя, от президента официального дилера Nissan NATS Group Сергея Леонидовича Пронина. Дорогие друзья, я прошу вас выступать в овации этого замечательного человека, который уже получил подарки, и следующие подарки ждут вас впереди. Я рад приветствовать всех вас. Всех лиц, которые по жизни помогают мне, нашей компании, вот, благодаря которым мы встретились сегодня здесь, благодаря которым этот
этот замечательный центр сегодня открывается. Вот. Мне хочется сказать большое спасибо и администрации города, мне хочется сказать и руководству Nissan Motors, и вообще Nissan Motors всему. Мне хочется сказать спасибо людям, которые помогли, как сотрудники банков, нас профинансировали, люди, которые помогли нам построить, запустить. Короче говоря, я рад здесь видеть всех, которые действительно мне дороги, благодаря которым мы сегодня открываемся. Мне хочется вам сказать огромное спасибо. Вот. И правда, пожелать вам самого хорошего и себе тоже, да? Сегодня и вообще по жизни. Мы тоже со своей стороны приготовили небольшой подарок. Но мы еще не заработали так много денег, как Nissan Motors, поэтому живую машину мы не можем подарить, даже на время. Вот. Но если вы посмотрите, там на операционной кассе банка художник рисует данный автомобиль, и к концу вечера мы с удовольствием вручим картину. Вот. Жука, вот, Nissan Motors. Будем надеяться, что она им очень понравится. И тем дилерам, кому не будет возможности еще дать эту машину, могут показывать на картине. Спасибо всем большое. Приятного вечера сегодня. Дорогие друзья, я хочу вам сейчас объявить о самом торжественном и официальном открытии дилерского центра. Дорогие друзья, кульминационное событие состоялось, и я хочу пригласить трех человек, которые будут удостоены возможности разрезать ленточку и открыть этот автосалон. Сашенко Ольге Васильевне, старшему менеджеру, теперь я буду так говорить, техцентр Реутов,
вот, за ее длительную плодотворную деятельность на благо компании. Ответственное отношение к труду, высокий уровень подготовки и организованности позволяет вам с высокой продуктивностью решать поставленные перед вами задачи. Более, я тебя поздравляю. Отдел продаж. Есть у нас Екатеринский центр, который находится на улице Плеханова. Вот. Хочется мне вручить благодарность Саксяну Артуру Михайловичу за плодотворное отношение к труду. Вот. Самый лучший менеджер, который находится на Екатеринском центре. Где он? Я могу сказать, чтобы закончить тему отдела продаж, в прямом смысле, что мне хочется вручить благодарственное письмо от компании в честь открытия и за плодотворную деятельность, как бы сказать, менеджеру, которого вы все знаете. Я имею в виду все сотрудники знают, потому что они все работают, а все гости, дорогие мне и близкие, знают за то, что она как раз является моим личным персональным менеджером, который работает с вами. Мангушева Эльмире Викторовне. Эля! Если кто-то из гостей, из дорогих и близких еще не ездит на автомобиле Nissan, он обязательно с ней столкнется, когда решит купить. Шеф-механик УТ-центра Вяновский, Ступакова Антон. Антон! Спасибо тебе, от тебя многое зависит, потому что люди, которые имели автомобиль Nissan, всегда знали, что там нет никаких проблем. Также шеф-механик, который Евдокимов Дмитрий Валерьевич. Это не центр Плеханова. Поздравляю тебя. Все в жизни бывает, и хорошее, и плохое, и самое большое расстройство бывает, когда уж не ты, а кто-то в тебя. И тогда мы все вспоминаем нашего дорогого Хлюстова Олега, который придет нам на выручку, и максимально короткий срок и с большим качеством выполнит кузовной ремонт всех автомобилей, которые поступают в нашу компанию. Все сотрудники кузовного отдела прошли через его руки, и он обучил их свою жизнь. Олег, поздравляю тебя за работу. Далеко самое приятное, я долго думал, нужно это или не нужно, но потом вспомнил, сколько лет работает на благо компании мои дети, которым 26 лет всего исполнилось, они работают, по-моему, больше 7 или 8 лет, что ли. Вот. Мне тоже хочется принести благодарность Пронину Алексею Сергеевичу. Нет. Ему доверен Петельский центр Гривенова. Вот. И надеемся, все, что получится, самое лучшее, как это будет. Ну и надеюсь, что все будут, всем будет приятно сегодня отдыхать, потому что все это мероприятие, как и весь маркетинг компании, ведет Пронин Антон Сергеевич. Я вам тоже хочу объявить благодарность. Ну все, поздравляю вас. С открытием вас, дорогие мои. Aim gonna fire, shoot me right.
ни букета пышных роз, ни тюльпаны, и ни лилии. Попробовать и попробовать узнать, что же это такое. Я даже сам его не видел и не знаю, что это.